Доброе утро. Первый учебный день. Как дела? Все сонные. Так, доброе утро. В чем дело? А где другие? Какие другие? Не знаю. Доброе утро всем. Привет. Понедельник. Школа. Ты проверила все? Все у тебя на месте? Давай, проверяй карандашики, там твое домашнее задание. Макс тоже нужно проверить, все ли у него тут финал. Ну. Бутылка. У вас сегодня спорт есть, нет? Нет. Нету? Еще давай расчесываться, зубы чистить. Ваня, что там лазишь? Зубы. Пойдем. Я уже скоро иду. Куда? Через 12 минут. Одна едешь или с кем-то? Да. Одна? Да. Че, никто не едет на велике? Да, едет одна девочка, но она всегда 10 минут позже приходит, потому она очень быстро едет, и мне не нравится быстро ехать. Я быстро еду, но не так быстро. А, понятно. Не настолько быстро. Ты в новых идешь? Я боюсь, эти значки повезут. Проверь, хорошо они тут зацеплены вроде. Заклепочка должна быть такая. Холодно сейчас утром? Тем более на велике едешь. Вся в черном такая. У тебя еще черная шапка же есть. Билли Айлиш. Она очень толстая. Нет, красная лучше. Что говоришь? Не хочу в школу. Начинается. Телефон в этом? У нас свой телефончик. Ой, это кто? Это кто? Это от... Странно, играет такую эту. Актриса? Угу. У меня белье осталось. Я его не убрала. А, велики заставлены. Пока сейчас доберется до своего велосипеда. Время 7:47. Ну, папин. Велосипед Макса, папин велосипед. Потом только уже ее. Почему ты без носок? Ой. Самое главное, телефон зарядить, да? Ты не до конца засунула. Так, все, обуваемся. Не замерзнут ножки? Может быть, другие наденешь? У тебя коричневые? Нет? Я тебе часики зарядила. У меня сегодня спорт. Спорт? О, окей. Нельзя, что ли? Я не хочу. Так, у тебя когда спорт? У тебя завтра спорт, Макс. Завтра нет. Да, завтра дац, у тебя завтра немецкий и спорт. Курточку какую теплую наденешь? Вот это? Или синюю? Синюю? Ну, ладно, сегодня 22 градуса. Не так холодно. Рюкзак. Курточку застегни. Первый день после каникул. Какие тесты? Пока. С наступающим. Завтра 14 лет Маргарите. Пока. Пока. Все, убежали с Маргаритой вместе. Первый пошел, второй пошел. Третий. Пока. Чао. Все, пока. Пока. Все, отправили всех деток. Еще одни детки остались. Двое. Мы приехали в торговый центр. Маргоша выбирает подарок. 14. Этот цвет красивый. Думаем мы насчет телефона. Сейчас еще спросим, если у них есть такой, который нам нужен. Тот, который нам нужен, у них в наличии нет. И если заказывать, это ждать нужно больше месяца, мне кажется. Почти 2 месяца ждать, пока он приедет. Сейчас посмотрим в другом магазине в интернете, если есть. Тут вот нашли один iPhone 13 mini. Она нам говорила, что он очень удобный, маленький. И для пользования одной рукой очень удобно. Писать, нажимать. Только вот он в розовом цвете. Ну, так он такой. Удобный. Так, ну что, подарочек взяли.
Какой подарок пока не покажем, увидите завтра в следующем влоге. Сейчас возьмем немножечко продуктов быстренько на пару дней. На сегодня, на завтра. То нам уже время почти 11, папе на работу надо. Берем киви, яблоки, салат, авокадо. Так, мне еще нужны овощи, помидорки. Помидорки у меня есть? Нет, не знаю. А вот огурчик мне нужен. Два огурчика. Бананчики. Держи. Что еще мне нужно? Началась школа, это значит, что нужно опять покупать всякие разные штучки. Печенюшки. Что они у меня любят брать. Вот такие вот вкусные. Только вот проблема в том, что они это съедают дома, а не в школе. Такие вот тоже. Я даже не знаю, что еще. Так, вот это вот еще. Такие вот они едят. Взяла вот такой чайник, у нас поломался. И бабушка хотела, чтобы он был именно стеклянный, чтобы видно было водичку. Как он работает? Вот тут 20. Что значит 20, 19, 100? Вот, наверное, на 100% нужно. Тут просто есть режим для подогрева. Чтобы... Да? Ага, вот пузырьки ага. Внизу идут. Вот, видишь? Да, да. Эй, сейчас это что? Тарелку чуть не разбил. Ему же нужно проконтролировать, что мы делаем, да, Филь? Да, точно. Вон пузырьки пошли. Он даже не шумит. Ну да, вот я вот вижу по пузырькам. А есть еще, знаешь, какие-то такие, которые подсвечиваются. Был у меня такой-то. Подсвечивается, красивый, да. Угу. Синеньким он такой, да. Вот как. Взяла вот такой тортик на завтра. Ну, чтобы нам просто вечером чай попить. Тогда мы отмечать будем в субботу. А это нам на завтра. Торт мороженое. Так, ну и все. В принципе, тут ничего такого интересного. Так, все. Я сейчас быстро сварю макарошки. Макарошки. И сварю вот такие вот куриные сосисочки. Мы пообедаем. Здесь у меня яблоки, йогурт. Тут тоже нужно в холодильник убрать. Холодильник надо убрать. Вот. Тюша тоже приехала, и Маргарита пришла сразу. Все вместе. Папу видела. Да? Встретились? Че, как? День прошел. Моя тоже замуж. Да, она пришла. Я ее видела, она заходила. Да, уже приехала. Все по очереди приходят. Заходим. Уже неудобно сеть. Неудобно? Ну хорошо, другие будешь. Влог я уже смонтировала, он загружается, вот идет обработка. Иногда почему-то бывает обработка сразу проходит, там буквально несколько минут, а иногда может даже и час длиться, и два. Поэтому я не знаю, сколько она сейчас продлится, уже прошло минут 15, наверное, она все еще идет. Ты яблочко хочешь? Давай. Вот так открывай. Доставай. А вот так можешь, да, вот так оно пролезет. Вот, только помой. Сидела, монтировала видео. Посуду не помыла после нашего обеда. Монтировала влог. И у меня еще белье там висит со вчерашнего дня. Кто мне будет помогать белье снимать? Я. Пойдемте. Любят дети вот так вот все мне горой сложить. Потом это все аж, не знаю, вливается. Можно же просто вот так рядышком поставить и все. Я бы опять сейчас я белье снимем, потом я посуду займусь посудой. Как знаешь, раз... откуда вкусно? Я была? Эй, Филя. Филя. Как сладко спит. Да я вижу, что он... Так, я надеюсь, высохло все. Да, все сухое. Вот он, бегает, бегает. Все, он на травку сейчас убежит. Нет, бери его. Все. Какие? Эти глиняные? Да, да, да.
маленький, такие, угу. Что у нее на попе такой. Да, да. Так, все. Так, все, сложили белье, иди туда занеси домой. А это немножко оставила подсохнуть, потому что вот здесь вот где резинка, она еще влажная. Поэтому пусть еще немножко полежит. А я посижу пока. А вонючие носки куда? Какие вонючие носки? Почему они вонючие? Это Ксюша вчера бегала по траве по мокрой, они намокли, она их оставила сушиться. Вонючие носки, говорит. Я тут сижу, комментарии читаю. Оказывается, этот год тигра. Точно. Надо Ксюше сказать, что это ее год. А, я совсем забыла. В общем, сижу, читаю. И сердечки ставлю. Ты на улицу пойдешь гулять или нет? Пожалуйста, не трогайте окно. Я же его только вчера помыла. Можно, там специальная ручка есть, чтобы открывать и закрывать дверь. Выключи телевизор, иди. Пожалуйста, открывайте дверь за ручку, а не за стекло. Так? Да, там специальная ручка есть. Вот. Да, посмотри, уже вон пятна поставили. Который влог уже хочу вам сказать. Если вы хотите, чтобы я заметила ваш комментарий, поставила сердечко или ответила на него, первый час после выхода видео я активно читаю комментарии. Вот как сейчас я сижу, пролистываю, ставлю сердечки, читаю, кому-то отвечаю, кому-то, может быть, в видео я отвечу. Так что это вам такая подсказочка. Лучше пишите сразу, а то потом просто могу не заметить. В принципе, вот сейчас я обновила 140 комментариев, я их все прочитала. Я обязательно читаю до конца, ставлю сердечки. Ой, солнышко, не видно, не видно от солнышка, Ксюня приехала. Мама, я там же сидят две девочки, которые я еду. Иногда. Ага. У одной колесо поломалось. А там идет. Пешком? Да. Ё-моё. Лопнула, что ли, шина? Да. Нормально все? Угу. Кортом занимаешься? Вау. Молодец. Как папа? Я знаю, где твоя бутылка. Сейчас тебе дам. Максика. Ксюша, ты у меня вчера спрашивала, когда год тигра? Вот сейчас. Твой сейчас? Год. Мне в комментариях написали. Это что, Филька на зиму не спит? Да. Так что твой год заканчивается. Через 10 лет вам. Нет, через 12 я ошиблась. Еще было. Еще лучше. Я сейчас хочу попробовать сделать драники, но именно в вафельнице. А что ты будешь картофель, делать? Картофель, чеснок, петрушка, лук зеленый, но этого я не буду добавлять. Мука есть, вода, соль, специи, масло подсолнечное. Так, картошечку я начистила. Теперь нужно ее натереть на терке. На терке. И, скорее всего, вот на эту я натру. Я картофель натерла, жидкость убрала, отжала, чтобы не было жидкости. Теперь чесночок сушеный. Тут свежий написано, но не сушеный. И также зелень у меня тоже сушеная. Так вот добавим. Муку добавить можно. Я сейчас буду все на глаз делать. Я такая, знаете, вредная. Вот мне дают рецепт, а мне хочется, знаете, его сделать по-своему. Не смотреть на эти все цифры и просто сделать все на глаз. Я вот такая вот непослушная. Ну, я вот такие вот две ложки добавлю. Если что... Сколько? Если что, ребят, вот рецепт, кому нужен. Вот по рецепту. Я делаю не по рецепту. Я вот цифры вообще от себя добавляю. Я включила на максимум, не знаю, может вот так. Написано 10 минут надо выпекать. В общем, вот такая вот смесь получилась. Такая вот масса. Масса картофельно-мучная. А я еще добавила туда сыр. Это тоже сыр? Тертый сыр, да. Твердый. Видишь, оказывается, вафельки не только сладкие можно делать, еще и картофельные. Как ты думаешь, будет вкусно? Поскольку я даже не представляю. О, она уже жарится.
так, чтобы не вылезло там из-под краев. Макс, уроки не делай. Так, ну ладно, давайте сделаем так. Потом. Главное, чтобы приготовилось, чтобы не было сырым. Все? Подожди. Оно распределить, оно же там не разыто. Все? Ой, хоть бы получилось, а? Хоть бы получилось. Уроки делай, иди, пожалуйста. Но потом. Нет, потом будет поздно уже. Время, знаешь, сколько? Я еще сегодня хотела Маргарите ногти сделать. Маргарите? Маргарита, день рождения завтра. Алло, проснись. Алло, проснишь ты. Проснись. Да я уже проснулась. Ты еще спишь. Смотрим, что получилось. Вот такая вот получилась вафелька картофельная. О, какая вафелька, прелесть. Это вкуснота. Делай. И красиво получается. И красиво. Чтобы еще и вкусно было. Тоже очень немаловажно. Не только красиво, но и вкусно. Можно приготовить очень красиво, но это будет невкусно. Все съели. Значит, понравилось. Позанимаемся сейчас. Сейчас я уберу. Значит, было вкусно, раз все съели. Макс только не доел. А вот осталась водичка, я уже не стала это готовить, потому что тут одна мука, мучная смесь. В общем, в принципе, вкусно, но для большой семьи немножко неудобно готовить, потому что вафельница у меня одна. Готовится где-то около 7-8 минут, вот так вот плюс-минус, не знаю. Получается, я одну приготовила, дала Маргарите, она уже ест. Потом следующую через 8 минут Ксюше, потом Ксюша ест. Через 8 минут бабушки, и вот так вот по очереди. А в холодном виде не очень вкусно. Картошка остывает. Как бы, в принципе, можно есть, но лучше тепленькая. Поэтому немножко неудобно. Все, я закончила. Что-то я не знаю почему, но я устала. Я чувствую себя уставшей. Фух, Маргарите нужно ноготочки сделать быстренько. С Максом уроки сделать. Что еще мне нужно сделать? С Каролиной тоже там повторить. По математике нужно. Детей спать уложить, и все. И отдых. Можно так сказать, отдых. Все убирать. Моя рутина домашняя, каждодневная. И вот еще красавица за мной бегает. Что ты хочешь? За мной бегать не надо. Ты опять испачкалась, вон поела, и склеилась у тебя шерсть. Свинюшка. Муху съела, что ли? Так, это я все буду потом убирать. Не хочу сейчас видеть ничего этого. Я устала. Я пока приготовила эти вафли. Ничего я мыть сейчас не хочу. Тем более машинка у меня уже там моется. Делай уроки, садись, я пожалуйста. Я не буду сам делать. Ты уже взрослый мальчик? Нет. Делай давай. Если ты что-то не поймешь, я тебе подскажу. Ну давай начинай сам первый. Так, тут у тебя отлетело. Как это нормально? И какой цвет выбираешь? Сейчас покрою базой. Белый? Может, молочный? Молочный. Молочный сделаем. Мне тоже ногти сделать. Вот золото молочное. Ногти. Покажи. А, с золотом? Хорошо, давай золото. Вот это! Каролины вообще маникюр. Все, хватит. Маргарита, делай с ним уроки нормально. Я делаю, он неправильно делает. Макси, все. Макси, уроки делай. Животик будет болеть. У меня не было времени включать камеру. В общем, получились вот такие вот матовые. Здесь вот золото. А сами ногти матовые. Пыльные надо, пыль стереть. Окей. Все, на здоровье носите. Спасибо. Давайте спать уже. 9 часов. 9 часов, дети. Давайте. Макс. У меня еще мама, куча работы. Это Маргоша сделала такую, мне кажется, подсвечку классно будет. В школе, видите? И вот это у нее образцы. Такие вот. Так, все. Время уже без 10? Нет. 10, дети мои, спать, все, выключаем. У меня завтра дочь. Я очень рада, что у тебя завтра немецкий, я прям очень рада. Я ничего не делала.
Все, спокойно, все, пожалуйста. Макс, все, пока. Девочки, выключаем ваши телефоны и спать. Все, спокойно. Завтра будет happy birthday to you. Ксюша, выключаем. Меня надо. Макс, ты вот... Помогать. Я очень устала, честно. Нет, мне помогать не надо. Надо. Ты должен завтра утром встать, доделать домашку с папой вместе. Давай. Как где? Тебе там дорисовать надо, или ты дорисовал какую уже? Какую домашку? Дорисовал уже? Какое домашку? Домашнее задание дорисовал? Да. Все, тогда замечательно. Ксюша, Ксюша как раз вовремя. Привет. Жарко? Ребенок устал. Может, уже на автобусе? А? О, ну тяжело, конечно. Еще спина. Что мне тут спортом занимается? Я тебе бутылочку поставила. Ну, как? Дай мне. Вот он. Я. Да, Карина. Не помоги, твоя. Не поднять уже не получается, как раньше. Привет всей нашей семьи. Спасибо. Будь ты всегда красивой, хорошей, доброй девочкой. Мы тебя все очень-очень любим. Тебе цветочки отправили? Угадай. Почитай записку. С днем рождения, моя любимая Маргош. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов во всех твоих начинаниях, любви и всего самого наилучшего. Ты знаешь, как я тебе благодарна за все, но буду повторять это снова и снова. Я еще не встречала такого невероятного человека, как ты. Ты можешь заполнить своей энергией весь мир. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива каждый день. А я этому буду помогать своими маленькими работами. С твоим днем, Маргошенька. Твоя Cutex Margo of Даша. Нам круто? Спасибо. Спасибо большое. Такие белые розочки. Пахнут или нет? Да, не пахнут. Это что ты хотела? Спасибо. Открывай. Сейчас? Да, сейчас открывай сразу. Ты еще окна. Там уже стекло все есть. Что бы ты хотела, да? Да. Калду вообще хмелины пишут. В общем, там потом установишься. Ящика. Стекло матовое, на солнце не засвечивает, и сбоку никто не увидит, что ты смотришь. И вот чехол тебе сразу, прозрачный чехол я взяла, потому что он очень красивый, чтобы не прятать. Довольна? Да, спасибо. Все, розочки соединили красные с белыми, так красиво смотрится. И это подружка подарила Маргарите, одноклассница. Настраиваем телефон. У нее такое стекло, оно матовое, и еще получается вот так вот со стороны ничего не видно. Видите, вот этот видно, а этот нет, только так сверху. Никто не будет знать, что ты там сидишь, пишешь кому. Ксюша не будет подглядывать, что ты смотришь. Что он говорит? QR-код? Сканер какой-то. Да, ну где? Какой? Мы сидим, смотрим наши влоги. Бабушка тоже смотрит. Ага. Там метр 30. Как мы ездили в Европа парк, парк аттракционов. Проходишь? Бабуля не видела еще, сидит, смотрит тоже. Не пойдешь? Отправили в школу Макса, Ксюшу. Маргарите сегодня, да, Каролины сегодня нет в обед в школу. Я сама Маргоша дома. Уйдет в 2 часа. Макс с Ксюшей уже ушли. А я сама с тобой дома. Ты со мной останешься, да? Да. Стоматит у нее сильный вылез, нужно купить. Да тут, а тут. А, вот здесь, да? Маргоша потом пойдет в аптеку, купит что-нибудь, чем-нибудь помазать.
Ну вот, поближе вам покажу. Такой вот телефончик. Это iPhone 13. Да, iPhone 13, нет, не Pro. iPhone 13 мини. Такой нежно-нежно розового цвета. Спасибо. Алло? Где пишет кто-то, Каролина? Ну, что ты выключила, бабушка не досмотрела влог? Нет, уже все. Все уже. Какой рад дальше его смотреть? Да. Нет, первую часть. Да. Выдали ей компьютер. Ух ты! Красивый. Новый? Да, потому что без этого, если ты без этого закроешь, эти будут сюда отпечатываться, вот. Красивый. Красивый. Новенький. Это вечером? HP. Да, тортик вечером, когда Маргарита придет. Мы же не будем без Маргариты торт кушать. Маргарита? Маргарита придет, будем. Нам ничего не заскачивать. Ну да, только школьная должна быть. Ты поможешь потом купить? Угу. Через 3 года, ну и за 200 франков. Да, получается, ты попользуешься 3 года, и потом можешь его купить. Или сейчас тоже можно купить. Но потом все равно надо в школу взять. Понятненько. Ну круто. Еще чехольчик такой тут. Сами делали? Да. Сами делали. Такой плотненький, мягкий. Поздравляю. Играть на нем нельзя, ничего делать нельзя, только учиться. Потом. У всех одинаковый? Компьютер? Да. С цветом. Что тут девчонки делают? Мама, знаешь, что я Каролине делала? Прыгали очень высоко, когда я так сделала, и надо помнить. Так, Маргоша. Маргоша приехала со школы и уехала с подружкой. Они там пойдут в кафешку. Не в кафешку, а там, ну, в общем, там кебаб. Осторожно, не сломайте опять. Осторожно. Мой другой солдат. Маргоша наконец-то вернулась. Время уже, между прочим, без 29. Смотри, какие у нас... Смотри, какие у нас свечки. Подойдет? Четверочка у нас есть. И вот такая вот единичка у нас есть. Даже галка есть. И вот такой вот тортик маленький. Нет, что? Надо было его раньше вытащить. А может быть, куда-то его это? В духовочку? На 40 градусов. Чтобы чуть-чуть он это растаял, а то он деревянный. Бум-бум-бум. Вот такой. Мама, тортик. Так, сейчас тортик съедим, по кусочку съедим и спать. Нет, пока не буду зажигать, а то здесь этот... А, да. Свечка потечет, и потом это все будет на торт. Вот это зажжем. Маргарита, пойдем. О! Бабушка идет? Нет. Давай садись, иди. Мама, свет надо выключить. Джуди, Маджуди, да. Все. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Маргарита. Маргарита. С днем рождения тебя. Че ты кричите, ура? Все, желание загадывай. Дуй. Пяут. Дуй. Все, до свидания. Теперь можете идти все идти. Можете все идти спать. А это я буду есть. У вас концерт, что ли? Да. Ксюша, это что такое? Шапка. У тебя рога выросли? Давай еще раз. Ой. Посильнее надо. Я не могу сильнее. Почти. Это мой, 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 мой. Это пляшет стоит. Одна поет, другая пляшет.
Время уже, между прочим, полдесятого, давайте. У тебя что за хвостик такой? Ксюша, а ты сказала папе, чтобы он тебя отвез? Он в курсе?